Итак, 172 серия, Мурманск, Магадан, 17-й день пути, трасса Лена. На комментарии отвечу в других сериях. А сейчас послушайте информацию из салона автомобиля. В этот момент, на этом месте, где вот остановился на ночевку, на привал, включилась иллюминация. Я там ходил немного, там на этой площадке есть очень много детских аттракционов, кафе, какие-то еще заведения. Вот справа за форами там прачечная, туалет, душ, баня. Но завтра утром подъеду поближе, можно будет рассмотреть. Я пытался найти это место на карте, этого нет. То есть совершенно новое, совершенно... Как бы сделать, чтобы было видно. Ладно, прочитаю. Кафе «Взлетка» с 8 утра до 23 вечера. Вот такой рекламный текст идет на здании. Я зашел в кафе, хотел покушать там, но людей было очень много. Я подумал, что там какое-то мероприятие проводят, торжественное, может, день рождения, может быть, свадьба. Не стал заходить, вот. Но поговорил с девушками, которые там работали. Это совершенно свободное кафе, совершенно свободное место, все, все стоянки, все тут бесплатно. Больше никакой информации мне не удалось узнать, да я и не знал, что спрашивать. Место вот это открылось совсем недавно, находится вблизи Нерюнгри. По-моему, на обводной дороге. Так что, если интересно будет, запишите координаты. Я думаю, вам понравится на предмет остановиться на ночь, переночевать, принять пищу, там как-то отдохнуть, сходить в баню, душ принять. Территория вся заасфальтирована, сделана, как мне показалось, ну, по высшему разряду. Я думаю, вам понравится. Вот по этой причине я сейчас только включил видеорегистратор, а теперь иду спать. Подъеду к этому умывальнику, или как он называет, санузел. Надо будет воды еще залить. Потом пообщаемся. Потом поговорю.
удалению. И пойду по делам. К сожалению, водные процедуры принять не удалось. Открывается в 9 часов по местному времени. Сейчас здесь. Сейчас скажу. Сейчас здесь без пяти. Без 5:08. Ну, сейчас ждать интересного мало. Поэтому выдвинусь, может быть, на заправке где-нибудь наберу воды, да умоюсь. То, что не умыто, это не совсем так. На влажные салфетки. Влажные салфетки. В принципе, можно было бы остатками воды умыться, но... Так. В общем, скажу я вам, товарищи, такую вещь. Все эти операторы связи, все в частности, Мегафон и Теле2, все это фуфло. Вот вчера показывал индикатор Мегафона 50% и 3G. Так в интернет выйти и не удалось. Сколько не ждал, наверное, около часа длился, нифига не получилось. Теле2. Это вообще, о нем даже говорить не хочу. В городе, да, в городах, да. А на трассе от А4 до Нирингри доехал, ни разу он этот на связь не обеспечил. Ни разу. В рекламе такие крутые все, прям не знаю, как яйца какие-то, блин. А по факту. Короче, будете отправляться в поездку, обязательно берите планшет и устанавливайте на него MapMe или на смартфон. Устанавливайте MapMe, и будет вам счастье. А так, вот, это не реклама, это не это реальность. Вот я MapMe поставил. Видно будет, нет? Нет, не видно. Ладно. На остановке потом как-нибудь сниму на камеру. Это у нас сегодня. Семнадцатый день, по-моему. Блин, сбился, уже точно не помню. Так.
Ночью был дождь. Сегодня туман с утра. Ну, нас ожидают великие дела. Это проехать по щебенке. Ну, надеюсь, если будет щебенка, то влага ее прибила и будет не так пыльно. Это разговаривает Яндекс Навигатор. Маршрут был забит давно, поэтому она ведет автомобиль еще по старой памяти, когда был интернет. А сейчас никакой информации. Маршрут не дает. Притормозил, устанавливаю планшет, чтобы так. И вот сейчас двигаюсь, ориентируюсь на навигатор NavMe. Я сказал, умыться не удалось, но у меня эти влажные салфетки протер лицо, руки. Это, конечно, не умывание, но какая-то... Так. Ну, какая-то польза от них есть. Сейчас дорога раздваивается. NavMe ведет налево, левый поворот, а мы поедем прямо. Ну, дальше там немножко, это за вышкой. Мы ослушаемся. Ну, NavMe показывает трассу Лена и ведет ФАД Лена. Не знаю, что такое ФАД Лена. Но я посмотрел, он заезжает в город, по городу. Вот здесь. Это... Тут нет указателя. Поэтому я проезжаю мимо. Это вот левый поворот был, это в город Нерюнгри. NavMe тут же перестроился и повел в обход города. Во-первых, это короче намного. Во-вторых, дорога реально, сами видите, какая. Заправка. Об этом говорит на NavMe, пишет, что это газ пропан.
заправка «Газпропан». Я не знаю, что на самом деле. Опять впереди предлагает повернуть направо, наверное, на заправку. Я смотреть не буду. Это старая информация, видать. Дорогу сделали. Вот еще одна заправка, стоянка. И с левой стороны заправка. Якутск 799, 800 километров. Запас хода на 440. Вообще нужно будет воспользоваться вот этим MapMe, заезжать в города. Как по городам, по поселкам заезжает в каждый поселок. Ну, предлагает альтернативу. Четко, ясно видно. Если поворот, то, например, трассу показывает трассу Лена и поворот на улицу какой-то там поселка или города. Так. MapMe показывает заправку, все правильно. Северный Бор, поселок. Это заправка с левой стороны. Сюда я сейчас заеду. Посмотрю, сколько у меня бак бензина залить. Как мне туда попасть? Запас хода 15 литров. 15 литров. 15 литров. А есть 95-й, интересно. А, 95-й, 51-50? Я не понял.
Да ё-моё, с той стороны уже встали. Пятьдесят один, пятьдесят, не верится, против 57. Мапми немножко устарела, показывает, что на этом участке идут дорожные работы. Так, доливаю 15 литров и продолжаю движение. Танцы как грязи скопились в кармане. Что там за споры у них? Кстати, вот на этой стоянке вот немного пообщался, вы знаете, довольно-таки приятные люди, но приятные во многих местах, но как бы культура поведения, что ли, выделяет особо их. Там все праворульные, видите, да? Девяносто пятый дальше. Обходи спереди. Жирные. Туша, блин. Не мог отъехать. Да.
Ну-ка, что у нас показывает? Показывает. Ничего нет. Аж 670 запас хода. Так, ну поехали тогда. И вот еще, что я хотел сказать, вернее, напомнить. Если вот у меня мобильный банк на Сбербанк на Теле2. И что делать, если бы у меня не было карточки, а был только этот, вернее, мобильный банк. Все. Искать банк, где обналичить деньги. Ну тут заправка вроде бы цивильная, но нету магазина, нету буфета, там зайти умыться. Стоимость бензина меня сильно удивила здесь. Против вчерашних 59 рублей. 51,50. Но это существенное. Разница. Так что имейте в виду, пластиковая карточка обязательно или наличка. Лучше всего и то, и другое. Потому что мобильным банком вот это рассчитаете с деньги. По крайней мере, сколько проехал. Представьте себе, вот читы. Два нет на трассе. Денег в рекламу бухают немерено, а на поверку показывается, что это самое, что ли, настоящее. В городе, да. В городе все операторы работают. О чем говорил когда-то бывший президент Медведев? Интернет 4G по всей стране. Сколько же они реально оторваны от жизни?
дождь усиливается. Никотин встречает дождем. Боковую камеру не стал включать, потому что дома не снимать нечего. Один внешний жесткий диск на 2 терабайта заполнен полностью. Дорога мокрая, разгоняться не будем. Да, на сухой дороге не разгоняемся. Предупреждает в том, что ремонт на дороге. Конечно, огромная благодарность за это. Но тут уже сделали. Это побибикал MapMe. И отмечен, что ремонтные работы.
еще стоянка. Но тут пригодились бы галоши. О, сегодняшнюю стоянку занесите себе. Заметки. Фиксирую среднюю скорость, средний расход бензина 5,9. Пройдено 11 километров. 11 минут в пути. Средняя скорость 60. Двигаемся по трассе А360 Лена. Движение в сторону Якутска. Затяжные спуски, затяжные подъемы, движение прямолинейное, местами серпантин или извилистая дорога. Кому интересно посмотреть на эту дорогу, это 4, может быть, 5-летней давности, у меня есть плейлист, там найдите видео Хабаровск-Якутск и полный красивый. С ускорением, правда. Вот, но полотно дороги сможете следить. Мне показал до Якутска примерно 10, достаточно не помню, 10 участков, где идут дорожные работы. Одни мы прошли на скорости, то есть дороги, ремонт дороги закончился. Еще раз хочу обратить ваше внимание на эту стоянку, где сегодня останавливался на привал. Место очень привлекательное. Еще до конца не достроен забор. Там отдельно будут парковаться дальнобойщики на фурах. Прямо на дороге много стоянок. Вот. И развлекательный центр одновременно. Но он в стороне. В стороне от фуру. Метров, может быть, 100, может быть, 200. Но очень много увидел там детских поведенок, что ли, тренажеры, батут, там, ну, другие, качели и прочее, там достаточно много.
Называется это место «Взлетка». Ну, наверное, связано с авиацией. Связано с авиацией, работники авиации, в общем, это называется взлетка, я так думаю. Так, сейчас тоже ведет через Чульман. Ребята, МАП-МИ ведет через Чульман. Я левый поворот делать не буду, на Якутск. С левой стороны отъехали. Показывает, что тут идут дорожные работы. Но, как видим, дорожные работы уже закончились. То есть работы уже выполнены, дорогу сделали. Здесь он показывает объезд, опасный участок, предлагает вправо,
повернуть вот там влево. Но мы продолжаем движение прямо, так как дорога хорошая. Тенге я посмотрел вчера. Мост был не через Лену. Ну, не знаю я этот район практически. Впереди мост через реку, не могу прочитать. Называется река Чульман. Река Чульман. А вот поселок Чульман, где город, и река Чульман. Эта информация сейчас правый поворот через реку Чульман. С левой стороны стоянка. Река Чульман. Красивая, ох, красивая. Вот мигает этот MapMe, сигнализирует о том, что идут дорожные работы. Начинаются сразу за поворотом. Метров через 200, да, должны начинаться дорожные работы. Ну, фиксируем, что в этом месте дорожные работы закончились, дорога восстановлена, отремонтирована. Федеральная трасса Лена А-360. Вовремя заметил. Мегафон показывает 25%, 3G, все это чепуха, вранье. Такого интернета здесь нет. Ну, может быть, в Чульмане есть, я не знаю, по всей вероятности есть. А вот на трассе... Так, Нерингри
аэропорт в Еренгри. Мы проехали правый поворот. Это он ведет к аэропорту Нерингри. Не успел прочитать, что это такое. Еще один поворот в аэропорт. Аэропорт Нерингри. Еще просто лежать. Аэропорт как аэропорт. Джипов гоняют. Алдан 235, Якутск 752. Но если бы не такая дорога, то может быть заночуем и в Нижнем Бестяке. Напомню, в Нижнем Бестяке это поселок на берегу реки Лена. С одной стороны Нижний Бестяк, на противоположном берегу Якутск. Сообщение летом на пароме. Что случилось? Вы до Алдана не едете. Возьмите двоих. У меня вот, смотрите. Что, полностью, да, забит? Да. Все, вот оборудование там, радиостанции. Может, забрали бы двоих. А куда я посажу их? Некуда. Я бы взял. Они забрали. Да, даже вы деньги не взял. Ну ладно, извините. Дальнобойщики сейчас подхватят. Ящик с консервами, с продуктами питания. У меня чемоданы там разные с имуществом. Погода на меня обиделась, дождь пошел.